Вон! Ларису залюбили! Залюбили Ларису! Залюбили Ларису, не отпускай! Пока, говорит, нас домой не возьмешь, не уйдешь! Ой! Все! Девочки сегодня привезли корм, который брали по акции. Привезли его в грязи. 210 мешков. И 150 мешков нам привезли в Чехов. На акцию по корму. Слышите? Это невероятно и здорово. Спасибо вам. 360 мешков нам отдали. Грязи сегодня приезжала Nestlé. Привезли нам корм для щенят в маленьких пакетиках, но, девочки, 5 тонн. Это огромное, конечно, количество, это здорово, но вы представляете, сколько времени понадобится моим мужикам, чтобы сидеть и потрошить эти пакетики в ведро. Вот таких 15 поддонов приехало, представляете? И смех, и грех, и еще огромная благодарность, девочки, потому что у нас настолько поджало, что даже не представляю. Саша привез нам корм 400 килограмм. Спасибо огромное. Доброго здоровья, мои хорошие. Доброго всем здоровья. Акцию мы погасили. Если мы будем с этим кормом, который нам подарили, Проплан подарит нам, потом нам подарила Даящая Надежду, и плюс нам подарила Nestlé, девчонки, мы 2-3 месяца должны продержаться. А значит, все деньги, которые нам удастся собрать, девочки, только, пожалуйста, давайте не сбавлять тот темп, потому что стройка и времени, девчонки, у нас нет. Сам Бог послал нам эту акцию, чтобы продержаться на корме, значит, нам надо все силы бросить на стройку и успеть вывести нашу 1000 собак. Девочки, в наших руках жизнь 1000 животных. Понимаете, кормом мы их обеспечили до Нового года. Ну, надеюсь, обеспечили. Девчонки, самое главное теперь спасти им жизнь и собрать деньги на строительство. Девчонки, мы строимся от случая к случаю, от копейки к копейке.
Это очень тяжело, по-настоящему тяжело. Приезжайте, я всех приглашаю. Приезжайте, девчонки, пожалуйста. Вы же видите, что творится. Прошу вас. Да. Это корм, который подарил нашему приюту фонд «Буду рядом» называется. Мы очень благодарны. Наши ребята здесь с большим удовольствием рукой свой спасибо. Спасибо, да. Пойдем кормить. Покажем сейчас вам дальше. Это... Миленький, а кто-нибудь спасибо написал фонду, что дал нам 90 килограмм? Девчонки, надо же хорошие письма написать и прям несколько дней подряд благодарить. Потому что, вы знаете, они нас реально выручили. По-настоящему, девочки, это первые ласточки, которые отозвались нам. Вот корм для щенков от фонда «Буду рядом». А вот этот таксёнок. Не хочет ни с кем делиться. Я хоть буду один есть. Да, да. Мирочку заденьку. Вот, кто-то передал медицинские халаты. Это просто потрясающе, замечательно. Это корм. В коробках белых тоже корм. Здесь корм. В общем, Саша привез 400 килограмм. Сейчас покажу, где мы разгружаем. Так, ребята, все на поддоны ставим. На поддоны. Так, ребята, закупили тазики. Слава Богу, закупили тазики. Девчонки, благослови Бог. Вот это последний корм, который у нас на сегодня остался. Представляете? Больше нету. И сейчас, к счастью, нам привезли вот этот корм. Мы продержимся еще. Спасибо огромное. Всем. Сейчас еще разгрузим остальное. Что, проголодались все? Да, мамина. Все остальные свои. Да, вкусняшки творят чудеса. Да, вкусняшки творят чудеса. Да. Красивые, подросли как. Да, очень подросли. Это тетя Лариса такая добрая. Мама Лариса, вернее. Да. Чего, господи, упал кусочек. Ну, я понимаю, да. Любовь с первого взгляда, все. Зачем мне весь свитер ободрал? На ручки, да? На ручки. И ты на ручки. Ты даже поскуливаешь, как на ручки хочется, да? Да, мне все щеки пободрали, поблизали. О, эти зайцы. Кушаные зайцы. Я вот там заходила. Сейчас я тебе калитку открою. Ну, они еще полущенки какие-то такие. Вот этот очень ревнивый, невозможно. Я тебе дам телефон. Конечно. Они играться хотят, Ира. Они так хотят играться. Вот этот прям пищит от возбуждения, как ему хочется на руки залезть. А вот этот ко мне прям прыгает на руки. Вот этот прям вообще такой смешной. Ир, я его сейчас возьму на ручки. Так, сейчас я... О, ты знаешь, они сейчас на руки все разберут. Эти, да, эти товарищи. А это что-то сидит. Вот. Это бояка, бояка такой, да. Бояка. Боится вот этот лень, малыш. Вон ты, вот этот, я даже не видела, в углу сидел, забился. Вот этот вот. Ты че такой, зайка? Да что ж тебе-то, глянь, он прям боится всех. Вон,
Вон, видишь вот этот вот, да, бояка, глянь, он большой вроде, его обижали. Ты что, малыш, малыш, иди сюда, я тебе печенька дам. Смотри, давай. Да, он очень боится. Смотри, я вот это возьму. Вот это прям на руки прыгает. Он болел, что ли? У него глазки. Я думаю, его подобрали, да. Его подобрали, и он боится. Бояка, прям боится всех. Да, хороший. Вот этот вот, представляешь, он прям на руки прыгал, прям запрыгивает. А вот этот ревнует дико. Да, вот этот прям вообще ревнуха. Значит, белого за хвост укусили. Мне все поборвало. Глянь, представляешь, он сидит на руках, ему так хорошо, обалдеет. Хорошо, да, у него глаза даже закатились. Ира же видела, как прыгал на руки, но прям залазит. Ну, хороший зайчик. Ну, счастливый пес, да, его любят. Ему надо, ему ласка нужна, скажи, ему ласка нужна, когда? Ира так увидела. Ира, ты такое видела, он прям прыгал. Он здоровый. Конечно, он здоровый. Здоровый. Но он ребенок. Ребенок, он сейчас зажал, и понимаешь, они все ревнуют, когда его на руки взяла первый раз, они прям обалдели, как это так? Я смотри, сейчас он прям будет есть. Мои зайчики, такие малыши, а тут вообще крошечные. Ой, какие крошечные, какие крошечные малыши. Ой, какие маленькие. Зайки, зайки маленькие. Ой, ты какие сладкие. Ой, ты, ой, какие зайчики. Ой.